На базе Государственного университета открылся лингвокультурологический центр по сохранению и развитию осетинского языка имени Васо Абаева. Инициатором и руководителем центра является профессор Зоя Битарте. Кроме того, активную деятельность в рамках работы центра ведут языковеды, лингвисты, преподаватели вуза и учителя школ. На протяжении нескольких месяцев члены центра посещали образовательные учреждения. В ходе встреч с учащимися школ было отмечено, что задача всех осетинских общественных организаций, учреждений, школ и вуза создать условия для изучения и распространения родного языка. О сохранении языка говорили и на первом заседании участников центра. Важно, чтобы осетинский язык был доступен не только в семье, но и в образовательных учреждениях, на культурных мероприятиях, в средствах массовой информации. Для развития центра будут созданы все условия, отметил ректор Вадим Тедеев. Уже несколько лет Юго-Осетинский государственный университет работает над тем, чтобы привлекать абитуриентов на факультет осетинской филологии. Эта работа будет продолжена лингвокультурологическим центром. Тогда ты хорошо, что инго меня каждый строю там на тетях хасу, овер, човарис, алларон дали махти тинге верзуна, кем хуздару овер, кем взардару. Когда мен ход ректор офта тетях дарендова, что меням азе азме, что лифт дару битурин, ты иронду зовма. Мы когда нашли, что овер утинге взар, а то мы пятер сорозем, что мы нам аша аздар. Мастик хазарна кавы. Алоздар, шауи, шаснафан, кавы, хайвер, шауи турин, на факультет ма. Утыхай ма, ихот ма, журен, на факультет, аштайка, специалист, из тынхур специалист, ин цельда, на нумаджинан, иглер тазуна, фаладан погоган, абитурин, на шарыч. Ректор добавил, что за последнее время повысился уровень подачи программ на родном языке на государственном телевидении. Осетинский язык обладает уникальной грамматикой, фонетикой и лексикой, которые отражают богатую историю и культуру осетинского народа, добавила профессор Зоя Битарте. Поэтому задача центра – координация интеллектуальной и материально-технической базы в целях повышения потенциала и функций осетинского языка. Ezeket nyúfenzor zermester zúrám ha ul, szefi irónozok, irónozok meg úr kellem, mert inne, eme ezeket ottok rövnolatával aktívon egyre. Ermest zúrn fog nev, fele arhajánk el a hénér. Úgy szóval, hogy te hely, mag, bachatod eztem, ne direktor me, vagy bot hazafert me, szemeinen borrotta, eme centerba kenem, инициативу ордуедесте остате Джулита Давидечес, Газарта Алла Роландечес, Мехедек, Менетвелти Ингаме, Плите, Серге и Асонефер. Мох базартам коттектел авте, Зерге, Немегедер, Оме, Эсбелверт Кенем, Сабидетте, Эме, Эсколате, Цоверьюэй. Современная реальность предъявляет серьезные вопросы сохранению осетинского языка. В условиях глобализации, огромного влияния медиа и интернета молодое поколение сталкивается с давлением среды, отметила директор государственной телерадиокомпании ИР Хатуна Казиева и предложила свое видение решения проблемы. Вот меня кутфесту программой дер, зага гус пацахадуна вдуна кусев комезуна ируна, вот она мэг дер комезуна, мэн мэг оттагун гэхэхтэ ируна корозу, вот трынзэнис, цэмэй ируна охур кэна.
Ինո խամը բուն ռաբոպտիանոս կուծոք են ստեղ ամատենք վենդը, իսկ այդ սկոլայ բնդուրը կուբոք են իկկոմ իրուն սկոլա։ Սամայ ալը ուրուկ դար ոխրք են ու իրունալ։ Важно принимать меры по популяризации осетинского языка среди молодежи и детей, чтобы обеспечить его стабильное развитие. Поэтому центр будет работать над укреплением позиции осетинского языка в образовательной, общественной и культурной среде. А все предложения будут рассмотрены и найдут свое место в положении лингвокультурологического центра. Оксана Джуева, Регина Черткоева, Алим Бетеев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.